Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Ирина Родионова. Я представляю компанию «Ашан». Скажите, пожалуйста, вы были сегодня спикером нашей деловой сессии. Расскажите, какие проблемы поднимались? Может быть, какие-то были интересные решения на ней? Знаете, вот уже не первый раз я с удовольствием участвую в сессиях Russian Retail Week, потому что это всегда интересно, это всегда остро, это всегда огромное количество идей и огромное количество мнений. И это всегда помогает понять, где основной и настоящий вектор развития. В этот раз и сегодня все было именно так. Было очень интересно послушать коллег, было очень интересно послушать тренды рынка, вот такая, знаете, заполненная голова, много идей, как двигаться дальше, удовольствие от того, что мы правильно чувствуем наших клиентов, потому что все-таки клиенты – это самое главное, что у нас есть. Приятно это слышать. Скажите, пожалуйста, такой немного стандартный вопрос, как компания, такой огромный гигант нашего рынка, пережил пандемию, насколько выстоял прекрасно, насколько я знаю, но, может быть, поделитесь какими-то инсайтами. Ну, как и все, очень тяжело мы пережили, потому что вы знаете, что огромное количество магазинов в регионах были закрыты, потому что у нас многие гиперы находятся в торговых центрах, они были закрыты в пандемию, и, конечно, мы потеряли часть товарооборота, и нам было тяжело, но, с другой стороны, мы, как и все, стали развивать омниканальность быстрыми темпами, и, как и все, стали развивать онлайн-продажи. Поэтому, наверное, в каждом плохом событии есть что-то хорошее. Понятно, что очень быстро кризис изменил ситуацию на рынке. И понятно, что сейчас наши покупатели больше не боятся онлайна. Поэтому перед нами новые задачи. Ну, а новые задачи всегда интересны, потому что иначе зачем жить, если не решать новые задачи? Абсолютно верно. Была эволюция рынка ритейла, а произошла революция очень быстро. Я так понимаю, Ашан прекрасно с ней справился. Спасибо вам большое. Спасибо вам.